Праздничный онлайн-концерт по случаю 60-летнего юбилея детской школы искусств разделили на два отделения. В первом выступят преподаватели школы, а во втором – ученики. Трансляции состоятся 19 и 20 ноября. Они будут размещены на YouTube, на сайте школы, в Instagram, по соцсетям мы будем их размещать. Так что в любой, на любой площадке вы можете их увидеть. История ДШИ берет свое начало еще в 1955 году, когда в школе номер один появились первые музыкальные классы. Через 5 лет в одноэтажном кирпичном доме на улице Школьная была открыта музыкальная школа. Позже она переехала в нынешнее помещение МФЦ, а в 2012 году в собственное современное здание. Все зависит и от настроя детей, и от той обстановки, в которой они учатся, в которой обучаются, какие инструменты их окружают, инструментарий. Конечно, это все подвигает, я думаю, и наших детей, их родителей, и педагогов тоже вот к такой вот творческой активности, к обучению детей. Сейчас проходят последние репетиции и запись номеров к праздничному концерту. К сожалению, из-за пандемии мероприятие пройдет без зрителей в онлайн-формате. Полный зал дает другое ощущение. Ты чувствуешь эмоции зрителей, слушателей. Энергетическая подпитка идет. Конечно, в онлайн-концертах это все немножечко по-другому, но мы знаем, что нас слушают, нас видят. Поэтому тоже заряжаемся энергией. Супруги Татьяна и Александр Лисовцы исполнят на концерте произведение «Флюман» композитора Владимира Зубицкого. Воспитанники школы сейчас частично перешли на дистанционное обучение. Конечно, никакой онлайн-урок не заменит занятий с педагогом, но приходится приспосабливаться к таким условиям. Конечно, не хватает, допустим, какого-то очного общения. Дистанционное обучение не совсем то, что хотелось бы, но это воспитывает в детях какую-то ответственность, регулярность в занятиях, то есть они становятся немножко взрослее. Согласны с преподавателем и юные музыканты, учащиеся с удовольствием посещают занятия, которые проходят в стенах школы. Здесь учитель больше видит, как я все делаю, и если она не будет видеть, какие ошибки я делаю, то я не научусь на инструменте играть хорошо. Сейчас в ДШИ обучаются около 1200 детей сразу по нескольким отделениям. Инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, хореография, вокал, театральная студия. Воспитанники становятся лауреатами престижных премий и победителями международных конкурсов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.